Одна подруга говорит другой: «Я замуж выхожу». Решилась наконец? Наконец я давно решилась, просто долго выбирала на какой. Мужик совершает кругосветное путешествие на корабле. После первой ночи на судне подходит он к капитану и спрашивает: «Море совершенно спокойное, нет никакого волнения. Почему нас всю ночь так качало?» Капитан отвечает: «У нас на борту 5 пар новобрачных». Жена показывает мужу на сидящего в баре пьяного мужика. «Это мой бывший муж. После того, как мы расстались, он страшно пьет уже 7 лет». Муж поражен: «Это какое здоровье надо иметь, чтобы 7 лет обмывать?» Сын спрашивает у отца: «Пап, а почему невеста на свадьбе вся в белом? Это стандартный цвет всей бытовой техники». Жена спрашивает мужа: «Дорогой, а ты можешь для меня достать звезду с неба?» «Конечно, дорогая, могу». «Дорогой, а ты можешь умереть ради меня?» «Конечно, дорогая, могу». «Дорогой, а ты можешь помыть сегодня посуду за меня?» «Ну, в общем, могу, но давай начнем по порядку». В деревне вспышка гонореи. Из города приехала молодая врачиха. Выстроила всех мужиков в ряд и говорит: «Сейчас я буду проводить осмотр ваших гениталий». Подходит к одному, оттягивает хозяйство, смотрит, идет к следующему. Проходя мимо одного из мужиков, повторила процедуру. Сделала шаг вперед, остановилась в раздумье, шаг назад, опять. Так несколько раз. Мужик не выдержал и говорит: «Если это нужно для вас, я потерплю. А если для меня, можно чуть-чуть побыстрее?»